В воскресенье 7 сентября жители Апатитов отметили его 48-й день рождения. Костюмированное шествие, парад невест, концертная программа и другие мероприятия – все это стало настоящим подарком для горожан и гостей праздника. Поздравить любимый город отправились Динара Амишина и Иван Солодков. Одним из самых зрелищных мероприятий праздника стало костюмированное шествие. Около 2 часов дня взрослые и дети начали собираться на площади геологов. Несмотря на то, что заморосил небольшой дождь, людей на площади с каждой минутой становится все больше. Это шествие действительно стало подарком для города и для самих жителей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в шествии, а не сидите дома на теплом диване? Ну, потому что это праздник города, и вообще это очень здорово и весело. Здесь много людей пришло. Не напугал вас дождь сегодня? Нет, не напугал. Погода хорошая, замечательная, но немножко мокро. Как вы считаете, нужны такие шествия в Апатитах на празднике? Почему бы нет? Хороший повод встретиться, поговорить, пообщаться. День города – это всегда весело и хорошо, и вообще сплочает народ, сплочает людей. Позвали за родное предприятие пойти, пройтись, показать, что у нас много, работает еще. Апатитский молочный комбинат? Да. Я смотрю, вы шляпу сделали. Корону, да. То есть вы молочный король? Ну, тут много королей. В костюмированном шествии по главной улице с оркестром приняли участие около 30 предприятий и различных организаций города. Это и спортивные школы, детские сады, учреждения культуры и работники медицины, Почта России, предприятия «Апатиты Аэрофлот», Ольский научный центр, «Апатиты Хлеб», молочный комбинат и «Пасфир». Всех не перечислить. Стала я во вред, милый, любит или нет, не гадала, не ждала, свое сердце отдала, 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 свое сердце отдала. Ура! В 14 часов шествие двинулось по улице Ферсмана до площади Ленина. Возглавил колонну Мурманский сводный духовой оркестр МВД. Специально на праздник прибыла временно исполняющая обязанности губернатора Мурманской области Марина Ковтун. На площади Ленина шествие встречали горожане, которые собрались возле главной сцены. Здесь же и начался праздничный марафон, в начале которого с поздравлениями к жителям обратились Марина Ковтун и глава города Леонид Лукичев. Целый город вышел на улицы и показал свое лицо. И этот город абсолютно, абсолютно прекрасен. Если бы меня спросили, какой город Мурманской области устремлен в будущее, я без сомнения ответила, что, конечно, это Апатиты. Этот город умеет все. Это город-труженик, город-спортсмен, это культурный центр, это центр науки. Ну, это как человек, который развит, ну, и спортивно, и красив, и умен. Вот такой город Апатиты. Дорогие земляки, примите самые искренние, самые добрые поздравления с днем рождения нашего города. Апатиты по праву значимый город Мурманской области. Но самая главная значимость, конечно, это люди. Апатичане всегда славились мужеством и трудолюбием, талантом и умом, спортивными достижениями и благородством. Но самое главное, они особой любовью к родному краю. По традиции на празднике чествовали почетных граждан города. В этом году это звание присвоено Ильдусу Хадыевичу Хисматуллину. 34 года он отработал в органах внутренних дел. Сейчас Ильдус Хисматуллин – член общественного совета. Далее праздник продолжили парад невест, шляпный конкурс и концертная программа. Мы спросили жителей, пришедших на праздник, за что они любят свой город. Нравится, что он уютный, комфортный, не грустный город. Много молодежи и много перспектив, поэтому мне сюда тянет и красиво тут. Лично мне нравится, что он, во-первых, компактный такой это город. Молодежи очень много. Зеленое еще благоустройство хорошо делается. Там детские площадочки везде. Цветной, красивый такой молодой город. Потому что здесь очень красиво, очень хорошо. И здесь никакие беды не случаются. Тихенький городок. Я люблю его за то, что он родился вместе со мной, живет вместе со мной, развивается вместе со мной. А то, что он очень красивый, компактный, современный город. И я ему желаю только самого-самого лучшего. Любим свой город за
то, что я люблю, за то, что я здесь выросла, за то, что здесь родился мой сын, за то, что здесь такие прекрасные люди живут. Тут много подружек, я тут родилась, тут хороший город, маленький, правда, но тут очень хорошо. Тут много молодежи, много молодежи, куда сходить, много этих спортовых площадок. Это уютный город, в отличие от больших городов, такие областные города, столица наша, да, они большие, суетные, здесь тихо, спокойно, вокруг природа. Очень много можно себе занятий по душе найти, и спорт, и туризм. Мы любим наш город за то, что в нашем городе живут самые воспитанные, самые умные и прекрасные дети. Наш новый город развивается, умолодеет и влюбляется. Наш город дарован.